Продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи для наших бойцов. Ренат Назимов старательно сортирует все, что передали неравнодушные жители нашего округа. В волонтерской деятельности он уже участвует около 3 лет и точно уверен, что делать добро – его призвание. Мы сортируем продукты, которые приносят нам активные граждане нашего города. Это чай, конфеты, макароны и личную гигиену. В основном приносят родители и дети. Молодежь активно участвует у нас в пункте сбора помощи. В преддверии Дня защитника Отечества по всей Московской области проходит сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело». С 1 октября в рамках акции было собрано более 260 тонн помощи для наших защитников. Также, кто хочет поддержать наших героев, это можно сделать на сайте «Волонтер.МО». Активисты со всего округа помогают в сортировке предметов первой необходимости для мобилизованных. Стать волонтером или просто принести нужные для военнослужащих, беженцев или жителей освобожденных территорий продукты и вещи могут все желающие. Пункт приема гумпомощи расположен на улице Маршала Жукова, 26, и работает ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».